Поглаживая животики с улыбкой на лице, будущие мамы поют малышам. Коллективное пение – специальный мастер-класс в Алтайском краевом перинатальном центре. Обязательно смотреть ему в личико, может быть, легко поглаживать. Ученые доказали, колыбельные создают особую связь между мамой и малышом. Петь их нужно еще до рождения. Так ребенок знакомится с мамой через голос, через интонацию, улавливает ее настроение, формирует отношение к миру и не боится выходить на свет. Чтобы он привыкал вот к этой добру, к ласке, то есть и теплу матери. Человечек очень нуждается в тебе. Это, наверное, самое главное, что ты испытываешь. По словам врачей, колыбельные полезны не только малышу, но и маме. Пение в период беременности уже профилактирует послеродовую депрессию. Когда мама поет колыбельную песню, происходит нормализация сердечных ритмов как у матери, так и у ребенка. И поэтому мама сама тоже в этот момент получает очень положительные эмоции, она любуется своим малышом, она погружается в это материнство, у нее увеличивается лактация, и профилактика депрессивных расстройств как раз происходит на этом этапе. Интересно узнать, что можно и самой индивидуальную колыбельную для своего малыша придумать. Думаю, этим можно будет заняться. По словам специалистов, в давние времена мамы придумывали каждому ребенку свою колыбельную. И этот индивидуальный код дарил тепло человеку всю жизнь. Сейчас в крае на учете стоят 9 тысяч беременных. 42 женщины из них ждут двойню, 3 – тройню. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, «День с толком».